Honda ATF DW1 и Acura ATF DW1. Подписчики задали мне вопрос, чем отличаются данные продукты. Эти продукты абсолютно идентичны. Это один и тот же продукт, он выпускается в Америке. Корпорация Dimitsu Lubricants America в США делается на одном и том же заводе, отличается лишь артикулом литеры А в конце у артикула Acura 08-290-08А, а у Honda 08-290-08. Можно смело заменять или смешивать между собой эти продукты, это абсолютно идентичное масло. Что касается производства Honda ATF Z1, то в США это масло Z1 уже не производится и не используется. С 2012 года на конвейерах используется продукт ATF DW1, который, по сути дела, является усовершенствованной вариацией Z1. В Японии до сих пор продукция Z1 выпускается и выпускается по сей день. Поэтому эти мифы и слухи о том, что Z1 прекратили выпускать, это все еще мифы и слухи. Они до сих пор выпускают этот продукт. Надеюсь, на все вопросы я ответил. С вами был Антон Воронков. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчики, ждите новых видео. Спасибо, пока.